Всем привет, это Максим из Pagoda Build. В этом видео хочу сделать презентацию одного из наших фокус-материалов – норвежский гранит Blue Pearl. Многие называют его лабрадоритом, однако это неправда, потому что вот эти вот иризирующие элементы, которые на нем присутствуют, это не минерал лабрадор, который есть в составе, например, украинского лабрадорита, который является полудрагоценным камнем, а так называемая роговая обманка. Но, тем не менее, это не делает его менее декоративным. Очень красивый камень и очень востребован на мировом рынке, и особенно на рынках стран Средней Азии, куда мы сейчас активно выходим. Мы работаем непосредственно с импортером данных материалов в Китае, с одним из крупных. Имеем дилерское соглашение по экспорту в страны СНГ, что дает нам преимущество как в цене, так и в качестве материала. Из нам известных есть в Норвегии 6 карьеров, которые добывают разные подвиды гранита Blue Pearl. Здесь представлены 3, которые мы считаем наиболее оптимальные с точки зрения цены и качества. Первый – это Blue Pearl карьер номер 2. Он из представленных здесь наиболее дорогой, потому что он имеет наиболее ярко выраженную синюю иризацию и в целом такой темный синий фон. Самая дешевая опция – это так называемый Silver Pearl. Уже по названию видно меньше голубизны, то есть он более серебряный, чем голубой. Он на $15 дешевле в изделиях, чем Blue Pearl карьер номер 2. Объемы добычи и поставок этого камня самые большие, то есть только в Китай этого камня импортируется около 1500 кубов ежемесячно. Blue Pearl номер 2 в сравнении это 500 кубов ежемесячно, тоже достаточно много. Еще один камень интересный, который менее известен, однако нам кажется, что он недооценен, это карьер номер 11 или Royal Blue. Его отличие в том, что у него ярко выраженная голубая иризация, однако его особенность в том, что фон не темно-синий, а больше такой светло-серый, голубоватый. Мне кажется, этот камень достаточно интересный своей какой-то вот какой-то легкостью, светлостью, нежностью, что ли. Поэтому для каких-то объектов, я думаю, что вполне он мог бы подойти. И тем более его плюс в том, что он дешевле, чем карьер номер 2, примерно на $5 в изделии. Что важно знать про этот камень, что, во-первых, у него присутствует направленность в рисунке, поэтому очень важно резать его по только одному направлению блоки. Если какие-то из ваших поставщиков захотят сэкономить, и чтобы был больше выход камня и распилят его помимо основного направления, также против направления, так называемый кросс-кат, это будет, естественно, дешевле, потому что выход больше продукции из блока. Но в тех изделиях, которые распилены против направления реза, реализация будет менее проявленная, хаотичная, он будет не такой красивый. Наша команда QC следит за тем, чтобы все изделия, которые мы производим, они были именно правильно распилены. Также на что еще стоит обратить внимание, если вы работаете, либо планируете работать с этим камнем, то очень важно правильно его направление при монтаже, так как среди 4 сторон посмотреть на плиту, только одна проявляет реализацию максимально, поэтому очень важно при монтаже монтировать его именно под определенным углом к источнику света и по направлению к смотрящим. Обращать на это внимание. Камень в целом имеет много нюансов по обработке, то есть тут важно правильно подбирать резинатуру, полировальный инструмент. Мы работаем с заводом, который специализируется не только на импорте этого камня, но и обрабатывает сам этот камень, поэтому имеет многолетний опыт и все эти нюансы учитывает. Ну и также наша команда инспекторов проверяет изделие на наличие дефектов, которые, в принципе, в этом камне присутствуют. Может быть спокойно, что на выходе продукцию, которую будете от нас получать, она будет максимально высокого качества с учетом всех природных и технологических нюансов этого камня. Есть еще, как я сказал ранее, помимо этих 3 карьеров, еще есть 3 других камня. Однако, по нашему мнению, они не такие оптимальные по цене и качеству, как вот эти 3, поэтому мы предлагаем именно вот эти вот 3 месторождения. Такая базовая информация про этот камень. Если вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, обращайтесь. Также готовы предоставить цены согласно вашему запросу. Надеюсь, информация была для вас полезная. Спасибо за внимание. Пока. Итак, спасибо, что посмотрели это видео на нашем канале. Не забывайте поставить лайк, прожимать колокольчик и выбрать, получать все уведомления, чтобы остаться в курсе всех обновлений от Pagoda Build. Также не забывайте, что в описании под видео находятся ссылки на подробные презентации каждого материала, о котором мы рассказали в этом видео. А также не забывайте, что мы завели свой Telegram. В Телеграме вы будете оставаться в курсе всех событий, получать новости обо всех обновлениях, статьях, постах и видео, которые выходят на нашем канале. И самое главное, сюда мы постим гораздо больше материала, гораздо больше закулисных моментов. Пожалуйста, переходите по ссылкам в описании или по QR-кодам, которые вы видите на экране. С вами были Pagoda Build. Пока!